Так, всем привет. Первое одинокое сердечко. Так. Тема приседа. Присоединяются девчонки и пишут привет. Это здорово. Ничего, специально для девушек в следующий раз какую-нибудь интересную тему определим по поводу отношений. Так, ну чего? У меня есть минут 10, пока приедет мой оператор. Сегодня будем все записывать. Никуда не неделю вообще. Среда. Наверное, будем выпускать на четверг или на пятницу. Так. Привет, 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 привет. Классно, что целая куча девчонок. Это прикольно. Так. Нормальные ребята транслируют на Facebook. Да я вообще никогда к нормальным людям не относился. Так что, в общем, нормально. Так. Зачем красить глаза? Все уже на Ютубе. Давайте что-нибудь более новое, а то неинтересно. Сколько лет занимаюсь? Занимаюсь много. Сколько занимаюсь? 22 или 23 года. Как бросить бухать? Как бросить бухать? На самом деле, как бросить бухать, как бросить жрать, курить или еще более плохими вещами заниматься? Все от того, насколько вы смотрите на мир. Если вам нравится то состояние, в котором вы пребываете, значит, вы никогда не бросите то, что вы делаете. А если вы сможете взглянуть на мир своими глазами и понять, что здесь прекрасно все от дождя и холода до людей, в общем, тогда станет все гораздо лучше. Так, похудел по лицу. Да, похудел. У меня минус 10 килограмм уже давно. Где штанга? Штанга в зале, я пока в машине. Если семья, конечно, есть. Как вчера черника с шампанским. Секрет в том, что она на самом деле была несколько у нас за несколько дней до этого. Вот, а фотку выставили вчера. А, так, черника с шампанским неплохо, но круче малины с шампанским, наверное, только персики правильные. Так, привет с Канаки, привет. А лучше приседать в смите или со свободным весом? Любые приседания, любые упражнения лучше делать со свободным весом. Тренажеры – это такая замена, когда вообще ничего делать не хочется, не хочется ни сосредотачиваться, ничего, потому что на свободных весах работает целая куча мышц-стабилизаторов. Более того, на свободных весах ваши суставы работают по той плоскости, по которой им более удобно работать, а не по той, по которой задан тренажером. Собственно, вот так вот. Ой, смотрю, целая куча новых у нас подписчиков, потому что, боже мой, это ко мне, и что это тоже ко мне. Как в Инстаграме тебя найти? Черт его помнит, по-моему, Александр Шпак. Посмотрите в ВК, что-то так вот. Зачем я крашусь? Я не крашусь, это татуировка, не поверите. Так, ребята, передавать приветы не передаю, за исключением, если это только какой-то город или страна, потому что иначе у нас будет передача приветов. Два уха проколоты, да, вот одно ушко, вот второе. А с чего все-таки началось твое увлечение спортом? Есть тоже видео на Ютубе, но кратко началось с того, что приехал отец в отпуск, а я не бегать не могу, не подтянуться не могу. Такой маленький пухляш. С этого началось мое занятие где-то, наверное, лет в 12, а может в 13. Зачем губы накачал? Ну как, затем девчонки губы накачивают, пропорции лица и целоваться прикольно. Как батя твой относится к твоим смелым изменениям? Нормально. Очень хорошо он относится. Я же, в общем, такой, какой был, таким и остался. А то, что меняется лицо, это совершенно другое. Так, что думаешь про Чарли Броснана? Не знаю ничего об этом. Так, приседал 50 на 50. Да, 50 на 50 тоже результат. Потому что вообще присесть 50 раз – это результат, даже без веса, да? Когда буду пробивать глаза, уже после отпуска. Сейчас мы уезжаем с Майской в Доминикану через неделю. И потом вернемся, уже будем доводить татуировку и добивать дальше уже другую форму. Так, почему люди не такие добрые, как я? Ну, видимо, их что-то мучает. Собственно, вот так. А когда буду в Краснодаре, ребят, не знаю, это натурал или нет, только честно. Ребята, прием анаболических стероидов, как и секс, это личная жизнь, не надо в нее лезть. Нормальная ли у меня зарплата? У меня и нету, у меня много друзей. Девушка считает меня лучшим другом. А, это вы уже писали. Что делать, чтобы девушка перестала вас считать лучшим другом? Ничего, по-моему, на самом деле дружить-то можно вечно, а вот сексуальные отношения заканчиваются порой быстрее, чем хотелось бы. Так, бицуху не покажу, я в кофточке, видите, в какой, в такой вот. Веришь ли в настоящую дружбу? Разумеется, я вообще верю. И в настоящую дружбу, и в настоящую любовь, и в то, что добро побеждает зло. В общем, да. Как погода? Ух, как погода. Погода примерно вот так вот. Ужасная. Расскажи, что будет с глазами после. Оно вот чем-то будет похоже на тот макияж, который у меня был в журнале. Последняя публикация в журнале. Собственно, вот там вот как на развороте есть, так и должно быть. Если жена? Есть. Кто я по знаку зодиака? Овен. Так, кто-то уже с тренировки пришел, кому-то везет, кто-то уже отстрелялся. Как относишься к овертренингу?
Я целую кучу слышу разных психологических новых слов, которые есть, разных книг. Ничего не читаю, ничего не смотрю. На самом деле, ах, я опять не отключил звуки, елки-палки. Так, потому что у меня есть целая куча своих мыслей, и не хочу читать другие. Как ты записан в ВК? Саша Шпак или Александр Шпак, Россия, Санкт-Петербург. Вбиваете вот по этим данным, и, соответственно, все увидите. Если дети, детей нет, жена есть, есть. Куйки не точил, они такие, какие есть. Как познакомился с Кокляевым? Мишка меня, как и многие, увидел по телевизору. Точнее, его супруга увидела меня. Показала Мишке. Мишка говорит, мне в России такие не живут. Она говорит, нет, он русский. И спустя год Мишка меня нашел. Мы с ним увиделись, встретились в аэропорту. И потом сняли вместе качалку. С того момента начали дружить с семьей. Вот. Так что им огромный привет. Семья Кокляевых. Так. Как надоели вы с моими глазами. Так, какой... По какому жизненному кредо воспитываете детей? У нас нету детей. И не будет. Вот. Так. Зачем красишь ногти? Не знаю. Мася красит и я красю. Меня устраивает. Страсть не мужик и чудовище. Девушки, вам не угодить. То мужчина должен быть очень страшный, то он чересчур страшный. Как с женой познакомились? Более судьбы. Так, ты не работаешь? Как же не работаю? Работаю. Вот у меня сейчас будет съемочка, на нее мы потратим, наверное, порядка 40 минут, а потом пошли мои клиенты. Так. Ты гей, дети есть, почему не будет детей? Почему не будет детей? Потому что лекцию по поводу эгоизма я уже зачитывал. А все, на самом деле, наши перископы, которые пропадают через сутки, они у меня есть на лайв-канале. Лайв-канал Шпак забиваете, и, соответственно, можно там увидеть все, что у меня было с момента того, как появился мой перископ. А перископ у меня появился, по-моему, чего-то 29 декабря прошлого года. Не хочется ли детей из детдома? Нет, я и так очень много за что в своей жизни отвечаю, и больше, чем за то, что отвечаю, отвечать не хочу. Так, где сделать такие зубки? Надо найти дантиста, который будет смотреть на мир тоже не стереотипно, и которому вообще будет интересна работа. Потому что большинство врачей работают, что стоматолога, что любых других, по принципу, вот есть такие знания, так и работают. Что-то экспериментировать, делая новое, особенно если это не нужно для здоровья, а нужно для красоты, они вряд ли будут делать. Вы буддист? Чем-то, наверное, похожи, но не буддист. Так, а сейчас мы сделали настройки, чтобы трансляции не пропадали. Да, наверное, можно, но на самом деле, не знаю. Лайв-канал существует, там уже тоже какое-то количество тысяч подписчиков есть, так что все, кто хочет, там просматривают. Так, ты голубой? Нет, плохо, когда парень это интересуется, я не голубой. Где делали зубки вы? У меня друг, у меня же много друзей везде, у него своя клиника стоматологическая. Находится она на пересечении Английского проспекта и улицы Декабристов в Санкт-Петербурге, СТДН, по-моему, вот. Там, собственно, работает мой друг. Ты себе признаешься, что эгоист? Да, разумеется, с самого детства говорю, что я эгоист. Так, кушать удобно? Кушать шикарно. Так, Саня, здорово, общаешься ли с Кокляевым? Мы переписываемся и созваниваемся время от времени. Бывают иногда перерывы, когда мы месяц не общаемся, но время дружбе не помеха. Так. Так, сама с этим можно. Привет, Шпак. Привет. Зачем мне это все? Ребята, я уже читал в детстве много фэнтези, наверное, из-за этого. Там магия, мир интересный, все хорошо, так интересно. А у нас вроде как-то все серенько. Поэтому проще сделать себя и мир вокруг себя красивым, как фэнтези. Собственно, вот так вот. За сколько делал зубы? Бесплатно. Скоро мужиков не останется нормальных, не переживайте, для вас останутся. Так... Кто тут еще спрашивает по поводу соса? Очень плохо, что вас это интересует. Бровки сделаю, раз глаза красишь. Глаза не накрашены. Это татуировка. На бровях татуировка выгорела лазером гораздо быстрее. Пока не доделаю глаза, не дожгу. Брови делать тоже не будем. Где Маська? Маська на работе пашет, как по Бакарова, потому что нам осталась последняя неделя до отпуска, и будет вот так вот. Не хочу ли на Луну? Нет, на Луну не хочу. А в другую галактику бы слетал. Так, нравлюсь ли я себе? Конечно, себе нравлюсь. Почему бы мне все не нравится? Качал губы? Да, постоянно качаю, каждое утро, день и вечер. Если днем маску вижу, тогда днем тоже есть. Так, импланты убрал. Вы имеете в виду грудные? Да, я уже давно. Саня, сколько, по-твоему, должно быть упражнений за тренировку, если ты натурал? Все по самочувствию, смотря какой смысл, что вы делаете. Набираете, вас интересует сила, какой вид спорта, то есть что хотите, сушитесь. Очень много чего. Так, накрашенные ногти – это магия? Может быть.
Так, с Александром Муромским общаетесь? Нет, даже не знаю, кто это. Куда едешь? Приехал только. Не могу пока выйти, раз заметил, что у меня здесь хорошо питьевой интернет. Твои впечатления, то лошадки пати. У меня никаких впечатлений, как и комментариев. Был контракт, нам предложили, нам это было интересно с точки зрения рекламы и эпатажа. А долго об этом до сих пор, вот видите, все мусолят, соответственно, все что как надо, все и вышло. Так, брат, сестра есть, брат есть, как родители относятся, нормально относятся. Кто такая Мася? Мася моя супруга. Куда приехал? Приехал на работу на Дивинскую 4. Здесь рядышком у меня паркинг. Соответственно, здесь и стою. Показать кое-какие. Показал. Так. Не успел прочитать большое сообщение. Нафига ты себе женскую грудь делал, когда история с стероидами была? Столько интересных вопросов. Так, Саня, а боксерскую капу ты уже не сможешь одеть из-за капы? На самом деле же капа делается индивидуально. Под любой прикус. Полезно ли при наборе массы делать более 1-3 подходов? Полезно однозначно. Больно ли бить татуировку по глазам? Очень. Но красота требует жертв, так что выходит все нормально. Зубы, цену, скажи примерную плюс. Не знаю, вообще не каждый мастер возьмется это делать по причине того, что здесь нужно иметь помимо стоматологического образования еще и образование такое, либо полускульптура, либо по крайней мере четко понимать, как все это делается. Потому что большинство начнет говорить о том, что так прикус будет смещаться, еще какой-нибудь лобудень. У меня зубы стоят уже 8 лет, ничего не меняется. Когда в Мюнхен, по-моему, мы 15 сентября едем в Мюнхен, потому что Октоберфест, по-моему, то ли 16, то ли 17. Саня, пьешь ли ты рыбий жир? Нет, ем рыбку, когда хочу. Саня, подскажи, по 3 грамма ПЦА пью, хочу увеличить до 5-7. Можно совершенно спокойно это делать. Так, какая у меня машина? Opel. 50 повторений, ничего. Какое упражнение? На приседе? Буду приседать. Сейчас парочку разминочек. 60-80. Потом поставлю сотку. И буду с вами болтать. Ну, не с вами, а со зрителями YouTube. И приседать. Посмотрим, что из этого выйдет. Обычно дыхалка начинает умирать на 25-м. В прошлый раз получилось присесть с 80 на 55. Внешность не главное. Это факт. Спасибо большое. Так, салам. Ты много чего сделал, чтобы хотелось ли сделать эскейп? Нет, ничего из прежнего вернуть не хотелось бы, потому что стоит изменить в своей жизни хоть что-то, что была бы возможность изменить в своей жизни хоть что-то из того, что мы сделали, мы бы не стали теми, кто мы есть. Меня все устраивает. Саня, ты не устал детей пугать? Вы не поверите, на самом деле, но дети меня очень любят. У детей другое мышление, а у вас оно уже зашорено. Так. Ну, хорошая заморозка на глаза, да, она помогает. Вопрос, какая еще толщина кожи, травматизация после лазера очень большая. Как видишь конец своей жизни, цель конечная ваша. Никак не вижу, и если вы задумываетесь об окончании своей жизни или едете в отпуск с пониманием, как вы хотите закончить отпуск, или идете на вечеринку с мыслью о том, как будет заканчиваться вечеринка, то можете считать, что у вас вообще ничего нет, и вы будете жить только ожиданием окончания. Собственно, наверное, вот так вот. Вот, ну чего, давайте еще десяток вопросов, и я буду выходить. Так, как полюбить свою внешность? Ну, надо смотреть, что вас устраивает и что не устраивает. То, что вас устраивает, нужно любить, а то, что вас не устраивает, надо планомерно менять. Либо с помощью тренировок, либо с помощью хирургии, и тогда будет, соответственно, все хорошо. Я класснючий. Интересное слово, но спасибо. Про цель моей жизни. Цель моей жизни – наслаждение этой жизнью, получать от нее удовольствие. Вот. Ой, как интересно. Так, Зверев, старший брат твой походу. О, какие у вас сведения. Вы берете только жен по клиентов или не принципиально? Ну, 85% это девчонки, с ними работать интереснее и продуктивнее, ну и парни у меня занимаются тоже нормально. Пятеро занимается. Так, ну, здоровский, значит. Класснючий, здоровский, да, прикольно. Сколько стоят губы? Блин, ничего нисколько не стоит, я же говорю, достаточно иметь хороших друзей, и все будет хорошо. Вы с Масей очень красивой парой. Благодарим. Мася точно вам за это скажет спасибо. Хочешь ли я стать женщиной? Но родился-то я мужчиной, поэтому женщиной мне не стать. А вот внутреннее мое состояние души похоже на женское. Так, инста есть? Есть. Смотрите, там все есть. Все. Забивайте там Саша Шпак, либо смотрите ВКонтакте практически, или в Ютубе. На самом деле, забивайте в Ютубе Саша Шпак, находите меня сразу, потому что я нахожусь в главе этого списка, и там есть вся информация об остальных моментах, где я нахожусь еще, Facebook и тому подобное. Какая у меня профессия? Тренер, у Маси голос обалденный, всем спасибо, всем удачи, силы, терпения, все, всем поцелуйчики, всем пока. Спасибо. Так, трансляция, давай отключаться.